Друзья, привет всех на канале, с вами Мерл Хира. И в сегодняшнем ролике нахожусь на своем аккаунте без ната, на котором мы вместе с вами и пооткрываем контейнеры. Потому что в последнее время контейнеров как-то разработчики нам дают в большом количестве. И ультра, и обычно некоторые даже успели еще и устареть. Поэтому сегодня займемся открытием контейнеров. В свою очередь, обязательно, если подобные ролики интересны с открытием контейнеров, особенно на аккаунте без ната, то обязательно поддерживайте пальчиком вверх, делитесь в комментариях, что у вас возможно, вам в последнее время выпало с контейнеров что-нибудь, возможно, стоящее на том, чем сейчас в данный момент даже играете. И, конечно, получаете это самое удовольствие. Ну и заодно, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Но я, в свою очередь, максимально быстренько напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 1,5 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 000 танкоинов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере. Присняйтесь, ознакомьтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Но я вам желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, все же уже приступать к открытию. Во-первых, давайте в магазинчике я заберу один контейнер, который также нам дается ежедневно. Плюс сейчас есть премиум аккаунт на аккаунте без ната, поэтому как вариантик тоже бонус забираем в виде контейнера. И начнем наше открытие, наверное, все же с недельных, которые, условно говоря, нам дают определенные награду, которую мы вместе с вами и так можем увидеть, поэтому ничего тут уникального не получится выбить. Танкоины не лишние, припасики не лишние, кристаллики однозначно не лишние на будущие прокачки. Ну и давайте, раз у меня есть ультра контейнеры, которые устарели, хотя все же давайте начнем открывать с обычный контейнер, а ультра уже у нас останутся в виде вишенки на торте ближе к окончанию нашего видеоролика. Ну и, конечно, чуть позднее откроем вместе с вами. Хотелось бы с обычных контейнеров, конечно, пофармить себе кристаллики, это, наверное, одна из первоначальных задач, но и в дальнейшем, возможно, повыбивать оставшиеся награды, которые еще не в маленьком количестве, как минимум в оранжевом свечении имеются. Есть, конечно, еще красочки и фиолетовым, но посмотрим, что же нам выпадет. У нас оранжевое, и это, друзья, устройство на смоку. Упорядоченная боекладка, кстати, отличнейшее устройство. Если интересно будет в дальнейшем, возможно, вместе с вами можем даже оценить. Ну, прям я, честно говоря, рад тому, что 15 контейнеров первых же дают нам возможность вот такую награду получить себе на аккаунт, так еще и за оранжевое свечение. Отличненько, но пока что нам кристаллики припасики насыпал, а также кристаллики вновь, но я, честно говоря, удивлен, конечно, до сих пор. Надеюсь, что сегодня нам выпадет еще какой-нибудь красный. Я очень сильно надеюсь, что из ультраконтейнеров нам повезет. Каких-нибудь 1 000 000 кристалликов было бы прям очень даже круто сегодня выбить, который в дальнейшем, конечно, смог бы потратить на прокачку своего аккаунта. Выпадает нам краска с фиолетовым свечением, это синяя геометрия. Кстати, красок у меня, по-моему, свечение фиолетом остается не так уж и много. Да, буквально 3 краски, господа. Дальше я только смогу выбивать себе кристаллики, а кристаллики — это прям то, что мне нужно. Ну ладно, не теряем времени, контейнеров немало, поэтому надежды, что это не все, что нам сегодня выпадет, и, конечно, мы сможем себе еще что-нибудь заполучить на аккаунт, и, возможно, не одну краску и устройство, а возможно и не сотню тысяч кристаллик. Выпадает мне красочка, и даже не одна, друзья, это краска Аллея Звезд. Нифига себе, то есть мы две краски подряд выбили. Получается, у меня остается что там? А может быть, ничего не остается? Мы выбили вместе с вами бабушкино одеяло, мне кажется, синюю геометрию и Аллея Звезд. Все? Три краски, которые у меня были, и то мы выбили. Вот так вот просто замечательно. Все, теперь мне выпадает лишь из фиолетового свечения, которое гарантированно падает в ультраконтейнерах каждые 15 штук 25 тысяч. Это кайф, потому что у меня таких контейнеров около 90. Значит, мне выпадет раз так 5-6, возможно, как раз таки 25к. Это означает, что 150 тысяч просто на халяву я уже в своем случае получаю. Очень круто получается. Так, ну и последние контейнеры вместе с вами открываем, уже как раз таки и закончились. Давайте теперь приступать к устаревшим ультраконтейнерам, в которых мне может выпасть 1 000 000 гидра или же драйвер на мамонта. В первую очередь, конечно, хотелось бы это 1 000 000, потому что ни мамонта, ни страйкера пока на аккаунте не имеется.
Ну а вот что выпадет, сейчас мы будем вместе с вами, да и по итогу, узнавать, потому что, возможно, и красного не будет, но очень сильно, честно говоря, хочу, потому что давненько, мне кажется, не падало мне красный на мульта на как раз-таки аккаунта без дната. 25 тысяч кристалликов, в чем я говорил, друзья, кристаллики фармятся прямо на ура, хотя припасов насыпало, конечно, тоже от души. И остается вроде как 8 ультра или 3 ультра, сейчас мы узнаем. И попробуем что-нибудь с них также возможность себе на аккаунт выбить. Так, синенькая, дважды 20 тысяч кристалликов. То есть кристаллики мы сегодня вместе с вами неплохо зафармили. Уже больше 200 тысяч наверняка. Плюс чуть-чуть танкоинов, конечно, недельных еще выпали кристаллы нам. Но вот теперь ультраконтейнеры, которых есть 4 награды. Из них это 2 устройства на Магнума, Тесла, Иксишина и миллион кристалликов. Ну и, конечно, кристаллики с фиолетового также нам будут по-прежнему продолжать падать, вне зависимости от того, каковы наши шансы на ту или иную награду. Поэтому не теряем времени, давайте открывать. Будем надеяться реально на годные награды, потому что этот аккаунт я хочу, конечно же, в ближайшее время продолжать прокачивать. И прокачивать очень даже серьезно. Вот и 25 тысяч кристалликов и оранжевое сечение. Это у нас замораживающие снаряды на Скорпиона. В коллекцию пока что идут. Конечно, не то самое устройство, которое мне нужно в данный момент. По-моему, там нету практически ни одного устройства, которое мне бы в данной ситуации пригодилось на аккаунте без ната. Поэтому почему бы нет? Но я думаю, что вот кристаллики пока что в моем случае приоритетнее всего. Но рад тому, что, конечно, оранжевая все же падает. Тем самым у нас шансы по-прежнему имеются на красное. Синее освещение, кстати, рановато. Тем самым, возможно, что-то у нас имеется в плане шансиков. Опять же, у нас падает фиолетовое. И это 25 тысяч кристалликов, то есть каждые 15 контейнеров я фармлю себе кристаллы. Просто кайф, что же может быть лучше в случае подобного аккаунта, на котором ничего не покупалось. Так, опять же, синее свечение рановато, фиолета 25 тысяч кристалликов, оранжево и... Блин, хотелось бы красно, но пусть будет это еще раз оранжево, и дважды нам выпадает краска. Блин, ну честно, надеялся до последнего, что сейчас, наверное, красное, наконец-таки, но, к сожалению, может быть, конечно, еще шанс у нас какой-то имеется, и мы до сих пор можем выбить себе что-нибудь крутое, но, как минимум, мы потихонечку вместе с вами, даже на этом аккаунте, убираем ненужные нам предметы, в данный момент это краски, и в дальнейшем, конечно, опять же, нам могут падать те самые кристаллики, но пока что не со 100% шансом, как это уже фиолетом свечением. Так, насколько у нас контейнеров остается? Буквально 23 штучки. Предметов все меньше и меньше в оранжевом. Конечно, некоторые из них еще пока что не пропали, поскольку нужно перезайти, тогда точно предметов в виде красок станет на пару штук меньше. Ну и давайте тогда уже добиваем вместе с вами открытие наших ультраконтейнеров в надежде, что возможно все же даже из последних контейнеров нам выпадет заветное красное свечение. Но синенько и фиолетово, видимо, нет на этот раз. 25 тысяч кристалликов, опять же, приятно, но остается буквально 8 контейнеров, из которых, ну, шанс, наверное, прям минимально сохраняется, что мы сможем заполучить что-нибудь из красного. Так, ну давайте смотреть. 3000 кристалликов, опять же, 3000 кристалликов. Третий контейнер, по-моему, их было около 6 либо 8. 3000 кристалликов, опять же. Опять зеленое, никаких почему-то пока свечений других нету. Жалко. Очень даже обидно припасики. Опять же припасики и все. То есть мы только зеленое вместе с вами по итогу и увидели. На самом деле лучше всего открывать, наверное, 15 контейнеров, потому что из них гарантированно выпадает 25 тысяч кристалликов. Но поскольку в этот раз уже так не получилось, конечно, хотя бы в сегодняшнем открытии мы вместе с вами зафармили те самые ресурсы в виде кристаллов, немножечко танкоинов, которые позволят, наверное, даже мне приобрести тот самый челлендж в дальнейшем на этом аккаунте. Ну и, конечно, что-нибудь докачать на каких-нибудь ближайших тех самых скидках. Поэтому делитесь своими комментариями, возможно, что вы думаете об этом. Мне кажется, то, что я уже из фиолетового могу стабильно выбивать кристаллики, это прям замечательная новость. Но из оранжевого еще, конечно, потребуется достаточно немало времени для того, чтобы повыбивать все ненужные предметы. Ну а то, что мне выпал сегодня скорпион и, возможно, смока, это, конечно, смоке я больше рад, как я ранее говорил. Почему? Потому что, как минимум, она очень неплохая в плане механики своей. И мне больше все же симпатизирует именно смока в плане игры. И, возможно, в дальнейшем мы ее приобретем, если потребуется. А вот скорпиончик пока что не планировал брать, но потихонечку тоже устройство на него
у меня добавляются, и, конечно, это позволяет в дальнейшем уже разнообразить свой геймплей, при условии, что я куплю пушку и, конечно, прокачаю. Поэтому, друзья, с вас огромнейший пальчик вверх за подобное открытие. Если хотели в дальнейшем, чтобы мы, возможно, там аккаунты играли, тестировали те самые устройства, которые мне падают, то обязательно пишите об этом в комментариях. Также, если первый на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну, а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч!